снова здравствуйте. Вы на кухне Любани, и сейчас мы будем готовить что-то вкусненькое. А это значит, мы будем готовить кексы. Сегодня мы уже делали, то есть я делала уже чернослив с орехами, а сейчас будем печь кексы. Для этого мне надо стакан йогурта. Стакан, это сейчас вам скажу, сколько здесь грамм, где-то 350 грамм. Я потом все на описание напишу. И хочу сказать, что вот этим стаканом, теперь я буду замерять, раз стакан этого йогурта или кефира, то также два стакана, таких же два стакана муки будет у меня, такой же стакан сахара. Ну и все, в принципе, я вот замеряла этим стаканом, чтобы оно было все одинаково. Значит, смотрите. Масло 100 грамм сливочного, я уже его развела, то есть развела, говорю, разогрела его до такой, ну, чтобы жиденькое было тесто. Два яйца. Яйца немножечко вот так вот забьем. Сейчас отправим в йогурт. Это йогурт обыкновенный, без добавок, без ничего, по-моему, 10%. Вот, хорошенько взбили и в йогурт. Есть. Значит, сюда ванильный сахар, один пакетик для запаха, и 2 чайные ложечки разрыхлителя. Ну, это получается вот этот пакетик, он как раз на полкилограмма муки, а здесь у нас так и есть полкилограмма муки, 2 стакана. Потому высыпаем полностью этот пакетик разрыхлителя. Опять хорошенько так все перемешиваем. Добавлять сейчас мы будем масло. Вот, добавила масло, оно уже приостыло, не горячее, чтобы не свернули желтки и яйца. Вот, хорошенько все перемешаем, добавим сахар, потом муку. Вот, есть, немножко соединилось. Здесь я уже говорила, стакан сахара, такого же, как и йогурта стакан. Я вилочкой пока что хорошенько разбить все. Вот хорошенько-хорошенько размешаем. Вот такая масса получается. Пышненькая. Формочка у меня силиконовая. Вы видите, формочки. Духовка уже включена на 180 градусов. Все делаем быстро. Значит, тесто у нас подходить не будет. Это уже хорошо. Вот. Формочки смазала я растительным маслом без запаха немножечко. Есть. Теперь сюда будем добавлять муку. Вилочка мне уже не нужна. Частями половинку сейчас высыпем муку. Потом еще вторую часть. Сделаем такое хорошее тесто. Если вы любите, можете добавить изюм, можете добавить какао. Как хотите. Я пока буду делать так. Такие. Итак, смотрите, вот такое вот тесто получилось у нас. Вот, хорошенько я его все вымесила. Вот теперь будем. Я буду это выложивать чайной ложечкой. Вот. Формочку, значит, 2/3. Я уже говорила. Вот аккуратненько. Сейчас. Это, конечно, процесс долгий выложить. Но ничего, зато этого стоит. Домашнее всегда намного вкуснее, чем магазины. Тем более выходной день, должно пахнуть ванилькой в доме, чаем, кофе, вкусной едой. Вот где-то вот так вот. Видите, там. Надеюсь, что они же у нас подойдут. И все. Будет отлично. Где-то по 2 чайные ложечки. Может, чуть-чуть больше. Аккуратненько все разравниваем, еще потом поравняем. Сейчас. Итак, смотрите, вот кексики я вот так заполнила формочки, выставила вот так, да, вот чуть-чуть подобавляла, посмотрим. Хотелось, конечно, чтобы они были побольше, попышнее, повыше, но сейчас посмотрим, что будет. Поставила вот на противень, духовка у меня уже разогрета, отправляю в духовку на 20-25 минут 30. Будем смотреть по состоянию кексов, как они запекутся, чтобы были красиво золотистого цвета. Все, пошли в духовку. Итак, прошу полчаса, кексики наши готовы. Сейчас я их достану. Неудобно, конечно, у меня здесь.
Вот. Смотрите, какие кексы получились. Вот они. Вот эти кексы, румяненькие, хорошенькие. Значит, пока они горячие, доставать их не буду, потому что ну, они горячо, вы сами понимаете. Смотрите, вот эта часть теста, которая осталась, я добавила какао. Сделаю теперь шоколадное. Также сделайте, достану, сюда же сложу, а в серединку даже положу по кусочку шоколада. Вот. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, готовьте по моим рецептам, кормите своих близких, радуйте их, пейте чай. И всего вам наилучшего, а пока до свидания.